Доброго здравия, танкисты! С вами Михаил Дроздов, и сегодня в нашей передаче «В мире животных» мы поговорим о леопарде. Конечно, если бы речь шла о животном, то обзор был бы короткий. Бля, какой быстрый уёбок! Нихуя себе! Но у нас сегодня необычный зверь, железный, а именно легкий танк 5-го уровня «Леопард». Ну а теперь серьезно, насколько это возможно? Решение ввести легкие танки в игру как глоток свежего воздуха. Сама концепция Вот Блиц намекает игроку на то, что тут все быстрее и короче, чем в Большом Брате. Это как короткометражка по отношению к режиссерской версии. Тут нет такого стоялого, как в ББ. Минута бездействия в Блице уже редкость. Микрокарты, на которых сменить фланг без засвета, уже доставляет проблемы. И понятное дело, что тут решает скорость. Круты те танки, у которых высокая скорость движения, либо высокая скорострельность. Ну а если сложить эти два параметра, то появляются имбища. Именно эти параметры – тот максимум, который может приплюсовать техника к вашему скиллу. Так вот, леопард обладает и отличной подвижностью, и почти лучшим ДПМом, если всаживать максимальное количество патронов с пулемета. Это прям заявка на имбу. Но не будем бежать вперед паровоза. Я, конечно, ожидал фана от ЛТшек, ведь заранее уже знал их ТТХ, благодаря Blitz News. Но не такого улетного. Как же весело на нем дрифтовать! Как же весело на нем крутить! И как же весело на нем тащить! Хоть и максимальная скорость 60 км в час не новинка для нас, но то, как он ее набирает, просто! Ну просто божественно! Вот и новый конкурент в Т-49 в подвижности. Далее, переходим к его стволу. Тут не все так радостно. В качестве топового орудия нам предлагают пулемет. Хоть потенциально он может выдать со всеми плюшками 2050 урона в минуту, что ой, как неплохо для 5-го ЛВЛ. Но, вот и дрогнула заявка на имбу, Лео ведь не льготный танк, то есть мы будем попадать в бой против 7-го ЛВЛ, где есть КВ-3, Black Prince и много других очень тяжелых бронированных аппаратов с приличным количеством ХП и с плюющим фугасами хоботом, которые чихали на этот пулемет. Гарантирую вам, что стреляя с топовой пушкой леопарда, вы будете себя ощущать как отчаявшийся герой боевика. В любом случае, если вы остались в одиночестве и надо тащить, то придется заряжать голду, что очень сильно сказывается на бюджете. Складывается впечатление, что в этом маленьком кабачке на гусеницах в боекомплекте заряжены мои серебряные монеты, и когда приходится тащить, я тупо выплевываю их в пустоту. Почему в пустоту? Да все просто. Если мы не подобрались в упор к противнику, а стреляем с расстояния, то будьте готовы к половине промахов и непробитий. Этим жутко бесят пулеметы, прям нереально бесят. Поставили бы ему в топ дырако вместо противного, цены бы ему не было. Еще, что я хочу отметить, так это некомфортный УВН. Их порой жутко не хватало, что было удивлением, ведь на легких танках всегда с этим проблем не было, за исключением тупого БТСВ. Ну а теперь о больном для многих. Броня. Конечно, у Лео ее нет. Ну а что вы ждали-то? Но, ребят, иногда, благодаря углам наклона передней части, Лео может танкануть. И даже так. Хотя рассчитывать на это не советую. В бою вы будете принимать на лицо любой урон, даже от 4-го уровня, и это стоит запомнить. Вместо брони у вас подвижность, используйте ее правильно, и я не имею в виду таран, потому что таранить на нем, особенно тяжелые танки, это настоящее самоубийство. Сказочный долбоеб. И главный вопрос, как же играть на этой картонке?
Господа, не слушайте никого, кто говорит, что на ЛТ надо лететь вперед и светить. Это бред. Даже если вы и засветите всех противников, то стрельнуть по ним будет некому, так как попросту не успеет ваша команда занять позиции. Если уж и собрались светить, то делать это надо грамотно, когда союзники заняли позиции в кустах с кое-чем в устах и готовы стрелять по вашему засвету. И не упарываться надо, а продвигаться вглубь, маневрируя и после засвета сваливать. Ну а если светить вы не любите, а любите втаскивать по полной сами, тогда ждите засветов от комрадов. Как только будет понятно расположение противника, выискивайте отщепенцев, либо ассистируйте атакующим. И ни в коем случае не разменивайтесь хпшками. Если получилось так, что вы видите ослабление сил на фланге, то просто сместитесь чуть дальше и продолжайте помогать. Если совсем плохо, бегите, как бежал Форест. Меняйте фланг и снова кромсайте. Используйте обзор и маневренность. Что ж, пожалуй, и я воспользуюсь своим советом и побегу делать новый обзор. Вам же желаю удачного рандома и нагиба на новой технике. А пока, пока!